Произведения классиков русской мировой литературы устами детей. Сегодня, в Международный день детской книги, в Нарьян-Маре проходит региональный этап конкурса чтецов «Живая классика». 6 учеников городских и сельских школ продекламируют отрывки из любимых произведений. Организатором ежегодного конкурса выступает Ненецкий региональный центр развития образования. В этом году конкурс посвящен году литературы в России. Жюри оценит ребят на грамотность речи, артистизм и глубину понимания текста. Три чтеца, которые, по мнению жюри, справились со своей задачей лучше всего, на 3 недели отправятся в Международный детский центр «Артек». Ребята очень волнуются, и произведения абсолютно разные на военную тему, и произведения, которые вот часто дети выбирают, вот, например, произведение Железнякова «Чучело». Присутствуют ребята, приехали из Великовисочного, также с поселка Искателей, из НИСИ, и ребята из городских школ, из 4-й и 5-й.